Добрый день, меня зовут Алексей Авдей, и я руководитель сервиса Яндекс.Маркет. На конференции «Деловой интернет» я вам расскажу про веб-аналитику для интернет-магазинов. Мы посмотрим, как настраивать целевые действия, увидим главные отчеты в метрике, посмотрим, как смотреть конверсию по каналам, также увидим, как работать с тепловой картой, с картой кликов, и я вам представлю веб-визор, очень удивительный, шикарный способ видеть, что делают пользователи на вашем сайте. Данный доклад будет полезен интернет-маркетологам и владельцам интернет-магазинов. Приходите, будет интересно. Добрый день, меня зовут Дамир Халилов, я являюсь руководителем SMM-агентства Green PR. 25 октября я выступлю на конференции «Деловой интернет» в Минске. Я буду рассказывать о продвижении в социальных сетях, мы поговорим о продвижении на Facebook, во ВКонтакте, в Твиттере, и коснемся ряда других интересных и практичных вопросов. Мое выступление будет интересно пиар-специалистам, SMM-специалистам, а также всем тем, кто заинтересован в продвижении своего продукта через социальные сети. Приходите на конференцию «Деловой интернет», будет интересно. А также 26 и 27 октября я проведу в Минске тренинг, который будет посвящен всем практическим аспектам работы в социальных сетях. Приходите, также будет интересно. Большое спасибо за внимание, всего доброго. Всем привет, меня зовут Айнур, я руководитель интернет-сервиса для изучающих английский язык онлайн «Lingualeo». Приглашаю всех на конференцию «Деловой интернет», где 25 октября в 13:00 я расскажу вам о виральности и игровых механиках как современных инструментах интернет-маркетинга. Приходите, будет интересно.